Госпожа посол, сегодня очень тревожный день, мы это обсуждаем, потому что я не припомню такого заявления американского президента о действующем президенте России либо Советского Союза. То есть у нас такое ощущение, что это чуть ли не холодная война 2.0 сегодня объявлена. Владимир Рудольфович, позвольте мне быть менее эмоциональной, нежели участники вашей дискуссии. Очень много было сказано, не хочется не повторяться, и хочется сказать фактуру, которая есть, а она есть. Только что мы опубликовали комментарий, официальный комментарий, который размещен на сайте Министерства иностранных дел, относительно того, что российский посол Цвен Антонов, который является послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки, приглашается в Москву для консультации. Я также хотела бы сказать, что, как вы знаете, как об этом сегодня уже было много сказано, новая американская администрация находится у власти практически уже 100 дней, и, в общем-то, как мы полагаем, это хорошее, правильное время для того, чтобы постараться оценить, что у команды Байдена получается, что получается не очень. Для нас главное, как вы понимаете, определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом положении, в тяжелом состоянии российско-американских связей, которые заведены не Москвой, а Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик. Об этом тоже немало говорили на конкретных примерах, не буду сейчас их повторять. Мы, как опять же, вы знаете, и вы знаете нашу принципиальную позицию, мы не заинтересованы в том, чтобы допускать необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски. Собственно говоря, обо всем об этом и пойдет речь в ходе консультации Министерства иностранных дел России и других профильных ведомств нашей страны с послом России в Вашингтоне, которого еще раз, завершая свой комментарий, хотел бы напомнить, сегодня, сейчас пригласили в Москву для консультации. Мария Владимировна, а что это обозначает вот в ранжире ответов? То есть, что обозначает это по степени жесткости, переводя с языка дипломатического на понятные широкой аудитории? Ну, наверное, я, опять же, в силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, просто скажу, что такого я не припомню. То есть, это беспрецедентная реакция? Ну, я уже свои оценки дала. Да. Спасибо большое, Мария Владимировна. Я понимаю, что дипломаты – это та ситуация, когда надо выверять каждое слово, каждую букву, но возвращение российского посла в Москву для консультации – это отзыв посла. Это беспрецедентный шаг в истории дипломатии. Не отзыв, а приглашение на консультацию. Поэтому тоже, коллеги, я поэтому говорю, что... Да, здесь важно каждое слово точно. Быть в данном случае менее эмоциональными, потому что в тексте все сказано предельно точно и ясно. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Мария Владимировна.